Нужно быть начеку. Давай. Да ничего не выйдет. И что теперь? Не спешим. Пап, это стоянка. В чем проблема, офицер? Машина интересная, выйдите, пожалуйста. Объясните, что мы нарушили. Мы подумали, что вы ограбили инкассаторов. Я бы такое запомнил. Удачи, ребят. Дорогая, возьми мешок. Мальчики, садитесь в машину. Что ты делаешь? Я уйду от тебя. Тебя больше ничего не интересует. Ронни. Черт. Вот они. Что такое? Из-за твоего папы мы снова попали в беду. Подумай о своем сыне. Пожалуйста, не надо. Отпусти их. Думаешь, мы спорим на равных? У вас 3 секунды. Один человек. Деньги за мою семью. Ни перед чем не остановится. На землю, быстро. Ради спасения семьи. Они нас видели и выследили. Держитесь все. Джим Кавицель. Джеймс Фрейн. Элизабет Ром. Транзит. Они думают, что их деньги у нас. Какие деньги? Со вчерашнего ограбления инкассаторов. В кинотеатрах в октябре.